Перед выпускниками школ сейчас стоит серьезная задача – определиться с будущей профессией. Кто-то выбирает инженерные специальности, кто-то традиционно думает о карьере экономиста или юриста. Некоторые чебоксарские школьники решили окунуться в мир дипломатии. И в этом им помогает клуб «Юный дипломат». Уже второй год ученики столичных лицеев и гимназий занимаются с преподавателями МГИМО. Селедка под шубой, бананы, креветки, рис, соус карри. Это не меню новогоднего застолья. Это деловая игра юных дипломатов «Всемирное кафе». Задача старшеклассников – представить национальные блюда стран международного объединения БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южноафриканской республики. Я хотел бы представить вам наш прекрасный бразильский торт. Этот торт называется «Брикадейро». Зайдя в любое кафе Бразилии, будь то в Рио-де-Жанейро или в самой столице, вы зайдете в кафе и скажете «Брикадейро», и сразу к вам принесут этот прекрасный торт. Подготовка к игре все равно, что самостоятельное изучение дисциплины страноведения. И это только малая часть огромного курса. В основном мы проходили политологию и рассматривали дипломатические отношения. А в этом году я решила пойти, потому что меня также очень интересует английский. Мы изучаем принципы дипломатии на английском языке. Это нужно для того, чтобы уверенно вести себя на публике и уметь участвовать в переговорах. В конце учебного года выпускники школы МГИМО получают сертификаты, которые могут помочь при спорных вопросах во время выступления в ведущий вуз страны. Но все же главная задача школы – помочь старшеклассникам определиться с выбором будущей профессии. Многие, вы знаете, за пятью большими буквами МГИМО ничего не видят. Главное, что МГИМО. А что такое? Какие там есть факультеты? А там же есть и экономика, и юриспруденция, журналистика, международная экология и много-много всего другого. Вот мы им об этом рассказываем. И ну, не только в теоретической, как я говорю, еще и в игровой форме. Чтобы, во-первых, они четко поняли, интересно ли им это, нужно ли им это вообще. А если нужно, то в каком конкретном направлении. Мария Шоклева, Расиль Мухаметов, Республика.